Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Всем привет, это первая серия нового проекта на моем канале. По названию можно было уже догадаться, что это челлендж «Пекарня». Я его никогда не проходила и, в принципе, ни у кого не смотрела. Может быть, пару серий я глянула, но а так я особо не вникала в этот челлендж, и вот я решила его пройти. Но сразу скажу, что это будет такой сюжетный челлендж у меня, за основу взята пекарня, но я буду отыгрывать сюжет, который придумала, ну и плюс буду отталкиваться от того, что дает мне игра. Также я еще заранее скажу, потому что немногим нравятся оборотни, но я решила добавить сюда еще оборотни, потому что этот игровой набор я еще не играла, мне хочется его опробовать, поэтому здесь все-таки будут присутствовать тоже оборотни, поэтому кому не нравится, можете просто не смотреть. Немного еще расскажу про кат-сцену, которая была в начале, может быть кто-то не понял или перемотал ее, все возможно. Главного героя зовут Зак, у него есть старший брат, он старше всего лишь на год, его зовут Люк. В детстве их родители мечтали о своей пекарне, они копили на нее, но из-за пожара, к сожалению, они умерли, все деньги сгорели. И вот мальчики росли с этой идеей, что когда они вырастут, они исполнят мечту своих родителей. Но по большей части об этом мечтал Люк, старший брат. Он хотел все-таки продолжить дело своих родителей, а Зак просто, знаете, вот, ну я тоже не против, но особо как-то сильно стараться я не хочу. Люк сказал, что он поедет, все подготовит, в том плане, что он приготовит выпечку, украсит шарики, все-таки это будет открытие их пекарни. Но потом несколько дней он не отвечал на смс-ки и звонки брата. Ну а брат уже по ихнему бизнес-плану приехал же ж такой, а ничего нету. А пекарню уже нужно открывать завтра. Ни еды, ни шариков, ни брата, никого нету. И Зак не знает, в принципе, что делать. Он ему звонил, писал, ответа нету и все. В общем, пекарня выглядит вот так вот. В принципе, на что у них двоих хватило, потому что Зака постоянно увольняли с работы, потому что он немножечко безответственный, он любит поспать, вот. А один Люк не сильно там мог заработать большую сумму, поэтому им хватило только на вот такую вот маленькую коробочку. На первом этаже у нас есть, ну, отдельный туалет, пристроечка, душик летний. Здесь наша вот такая вот маленькая, но очень уютная, на мой взгляд, пекарня, где мы будем готовить наши шикарные блюда. Здесь у нас, понятное дело, касса, какой-то чай может быть давать в подарок, пакетики, заказы, блокнотики, в общем, все по фэншую. Очень маленький зал у нас, две витрины всего лишь, но все-таки нужно с чего-то начинать. Дальше у нас есть вход на второй этаж, где, в принципе, будут спать братья. У них сильно много денежек нету, поэтому им делить один матрас труда не составляет. Поэтому у них вот такая вот одна маленькая комната на двоих, в принципе, телевизор, компьютер, все, что надо для счастья. Как вы уже поняли, мы будем играть за безответственного брата, которого зовут Зак Митчелл. Он у нас веселый, преданный и неуклюжий. Вот родители Зака, которые умерли в пожаре, к сожалению, и брат, который пропал без вести, который просто нас игнорит, да? Я выписала себе некоторые правила, но я забыла посмотреть, что делать с свободой воли. Я не помню, как там надо, но мне кажется, что ее нужно полностью включить, и чтобы он делал то, что он хочет. Вот, поэтому так и будет, а я потом, если что, посмотрю и будем решать, можно ли его выключить или включить. Продолжительность, а почему не идет? Продолжительность, нет, средняя, ну, обычная. Ага, все, настроила. Просто это не мое сохранение, я его просто решила взять, протестить. Поэтому я не знаю даже, какие тут настройки были, я думала стандарты. Ну ладно, что ты хочешь? Поболтать? Ну, болтай с кем хочешь, а мы давай приготовим какие-то блюда, хотя, может быть, лучше под вечер, чтобы они к завтрашнему утру не испортились. Да, я все-таки думаю, лучше так и сделать. Ты что, передумал идти? Стой. Развесни. О, может, работает. А то я построила пекарню, особо еще не вникала, что он тут может сделать. Пускай он посмотрит не знаю, исследования найти брата. Просматривать веб-страницы. Все, пускай он посмотрит, как вообще работают пекарни. Может быть, что-то про брата увидит, может быть, он оставил какую-то записку, не знаю. Так, я выписала правила. Здесь, ну, в принципе, такие, знаете, самые основные. 5 дней в неделю мы работаем, кроме четверга и воскресенья. Это наши выходные. Ты что включил? Четверг-воскресенье у нас выходной, но мы можем работать всего лишь 4 часа, если захотим. Работаем мы с 8 до 10, но можно делать перерывы. Точнее, с 8 до 10 мы можем работать, но работа должна составлять не меньше, чем 7 часов. Дальше нельзя пополнять запасы, только готовить их нужно лично, а не... Ну, думаю, кто разбирается в торговле, тот понимает, о чем я. И зарабатывать мы можем только пекарней. Также здесь есть система штрафов, потому что в конце челленджа можно будет подсчитать баллы. Если мы не успели обслужить покупателя, он просто ушел, это минус балл. Если мы в выходной работали больше, чем 4 часа, то тоже минус балл. Если работали меньше 7 часов в наш обычный рабочий день, это минус 2 балла. И если мы не открылись в рабочий день, это минус 3 балла. Кстати, забыла еще упомянуть, что этот челлендж, очень много его вариаций, прям очень много. На каждом сайте разные правила, поэтому те, которые использую я оставлю ссылку в описании. Там еще был, да хватит, постоянно присылается. Я вообще-то занята, я рассказываю, пока все помню. Первый и второй день пекарни, когда она открыта, мы можем поставить наценку всего лишь 5%. Третий, четвертый день 15%, пятый, шестой 25%, седьмой и так далее можно ставить 50% наценки. Все. Господи, я все это сказала наконец-то. Получен танцевальный навык. Ты что, уже танцуешь? Ты нормальный. Брат потеряли, а ты танцуешь. Ну ладно. Мне кажется, он особо за братом и не скучает. Ну ладно, это его дело. Кстати, какие у вас отношения с братом? Я же даже не знаю. Ну такие. Нормально. Также в бюджете должно быть не больше 2000, поэтому у нас 2000. Именно в бюджете семьи, а на магазин я пока ничего не ставила, поэтому давайте мы сейчас перекинем 1000. Просто, я думаю, этого хватит. Также давай спускайся, пожалуйста, сюда, за кассу. Ну что за улитка? Давай быстрее. Спасибо. Давайте мы купим какую-то рекламу дешевую. Вот, 250. А реклама в интернете значительно повышает разовую посещаемость магазина. Ага. В смысле? А, недостаточно. Я думаю, как-то что-то. Давайте за 250 купим. Будем считать, это какие-то листовки, не знаю, там раздаются местным жителям. Так, Зак запускает рекламную кампанию. Реклама в интернете значительно повышает. Ага. Все, замечательно. Мы все сделали. Так, установить цены. Наценка сколько? Я сказала, 5% мы ставим. Вернись, куда пошел? Ну ты на... Да, давай сначала вверх, потом вниз. Все, замечательно. Ну, Зак, он в этом шарит немножечко, потому что все-таки он помогал брату. Они здесь делали такой косметический ремонт. Вот. Конечно же, Люк же, что его брата зовут, а? Скажи, пожалуйста, где наш брат? Да, Люк, он, конечно же, больше в этом шарит, он больше прокачивал пекарню, потому что у Зака нету пекарни. Ну, потому что надо начинать челлендж с чистого персонажа, а я ничем не могу аргументировать, почему он не умеет готовить, хотя хочет пекарню. Вот. Поэтому я придумала вот так. Хватит танцевать, давай мы пойдем уже хоть немножечко готовить, хотя бы что-то. Да ё-моё, бас... Когда разработчики починят компьютеры. А? Так, все, Зак, иди сюда. Мы с тобой будем печь что-то. Я даже не знаю, что. Я, кстати, поставила кастомные рецепты, потому что они выглядят прикольнее. Да и, в принципе, вроде бы в правилах не было это запрещено. Так, ну я сомневаюсь, что он сможет торт. Поэтому давайте мы что-то другое. Ага. Е-мое, ты хоть что-нибудь умеешь? Десерты, ну это же считается как выпечка, да? Шоколадные гнезда. Давайте вот сделаем шоколадные гнезда. Ну, будем считать, он надел халатик какой-то здесь, потому что он запачкает свою модную одежду. Ё-моё. Ну как ты готовишь? Наша пекарня быстро закроется, не успев даже открыться. И когда брат вернется, скажет, что ты наделал? Ты вообще офигел. Навык кулинарии? А подожди, не, нам надо выпечка, да? Или это так... Конечно, приятного аппетита, согласна. Ты такой голодный... Господи, что за человек? Это кулинария. А это считается? Можно ли его? Потому что я не поняла. Где наша этот? Давайте тогда сделаем печь. Пускай будет вот так. Так точно он будет выпекать, потому что я не поняла. Весь челлендж будет. Я не поняла. Давайте вот кексы сделаем. Давай, доедай. Давайте еще шарики сделаем. Давайте 8. Я думаю, мы будем продавать, наверное, по кусочкам, ну, по порциям, потому что продавать полностью как-то, не знаю. Хотя как мы полностью... А, порции в багаж можно положить. Все, решено. Давай, доедай, господи. Давай, молодец. А помыть. Все-таки почему я решила добавить сюжет? Потому что я думаю, что если каждый день... Блин, как он смешно готовит. Я просто особо никогда внимания не обращала на симов, которые не умеют готовить. Ну, кстати, интересно. Если мы в каждой серии будем отыгрывать одно и то же, вот готовим, выставляем на продажу, мне кажется, это будет очень скучно и нудно. Поэтому я решила добавить сюжет, да и плюс посмотреть на оборотни, потому что, в принципе, мне интересно. Ни у кого на ютубе я не видела прям полного прохождения, поэтому я вот хочу сама попробовать. У меня почему-то сейчас очень сильно гудит компьютер, я надеюсь, этого не прям сильно слышно, потому что... Подожди, это наш бюджет, да? Подожди. Бюджет семьи текущий. Подождите, а это мы купили рекламу из текущего бюджета, ну, магазина, а готовим мы с бюджета семьи. Ладно, какая разница, все равно деньги-то суммируются, поэтому... Ты чё, один кексик приготовил? Что? Один кексик? У меня нет слов. Почему только один кексик? Я думала, когда не спрашивается, сколько порций готовить, обычно готовится сразу очень много, а он приготовил один кексик. Ну ладно, его мы винить не будем, он все-таки не умеет. А, это кулинария. А почему кулинария? Я же нажимала на выпечку. Ладно, кто в этом шарит, напишите, это тоже засчитывается, потому что я не понимаю. Я думала, только выпечку надо. Ну, точнее, то, что поднимает выпечку, то и продавать. Но почему-то, когда я нажимаю на выпечку, и поднимается еще кулинария, и готовится кулинария. Ну ладно, я в этом не понимаю. Также, я думаю, может быть, мы приготовим... Давай, высыпай. Ага, шарики вот эти. И давайте что-нибудь... Блин, да я даже не знаю, я хочу просто что-то с кастомного. Давайте один тортик приготовим. Я думаю, полярный мишка, хотя здесь рисовать надо, а здесь просто клубнику выложить. Давайте мы возьмем клубничный тортик. Я думаю, он справится с тортиком. Я не думаю, что там слишком тяжело будет. О, кстати, выпечка поднимается, уже замечательно. Если нам работать 7 часов, то мы должны хотя бы много приготовить, потому что если мы приготовим мало, мы что, просто будем для красоты работать? Светить своим прекрасным личиком. Кстати, почему мы еще открыли пекарню в Мунвуд Милле? Так, Мунвуд Милл. Потому что, ну, во-первых, да, оборотни, все понятно, да. Ну, а во-вторых, потому что здесь, как бы, знаете, лес, пригород какой-то, и здесь, в принципе, не такие уж дорогие участки будут. Даже если арендовать, покупать здания, поэтому вот они решили здесь. Красотища, просто нереально. Я особо, кстати, даже в этом городе сильно не играла. Тут даже есть какая-то детская площадочка. Ух ты! А, неуклюже, что такое? Че, упал? Не упал. А, он за собой тарелочку помыл. Господи, мальчик мой, ты что, взрослеешь? Вот какой у нас тортичек. Сколько там порций? 8. Подождите. Это его можно продать за... Нельзя продать, понятно. Не узнала я, как его можно продать. Давайте что-нибудь еще. Печь. А, тут только тортики. Вот это красиво выглядит, кстати. Давайте мы... А, тут можно выбрать. Давайте тоже 8. И я думаю, на этом хватит. Потому что он особо готовить не умеет. Да, он, в принципе, и не знает, сколько нужно выставлять на продажу в первый день. Но я думаю, этого будет достаточно. Вроде бы не так уж и много, не так уж и мало. Мы еще покидаем по порциям. Не, ну этот кексик меня убивает, конечно. Так. 8. Ну, нормально. Думаю, нормально. Думаю, пойдет. Вот это все, какая красотища-то. Я сама забегу в эту пекарню. А можно что-нибудь испечь с мясом? Вот видите, он хочет за компьютер, но из-за того, что он не понимает, что сперва надо сесть на стул, а потом за компьютер, он так зависает. Меня это бесит. Ты не хочешь за компьютер. Все, не висни. Также, я думаю, уже поздно, иди сюда. Может быть, мы чуть-чуть пройдемся, спросим у кого-нибудь, видел ли кто-то нового человека в этом мини-городке. Не знаю, потому что все-таки брата тоже нужно найти, куда он пропал. Ой, я что-то вижу, ух ты. Будем лазить катакомбы, исследовать. Так, хватит за компьютер. Брата ищем. О, человек, человек, бежи сюда, бежи, бежи, быстрее. Оп. Кто вы такой? Вы Джейкоб из «Сумерек». Вежливо... Нет, ну я думаю, ты вежливо не знакомился, ты бы как-то... Так, стая оборотней. Так, об этом мы ничего не знаем. Давай мы дружелюбно приветствуем его. Давай, бежи, бежи. Ты его увидел издалека. Может быть, он знает, где наш брат. Бежи. Так, что у вас? Что у вас там? Что? Зак думает, что Джейкоб помешанный на природе. Так, это мы не видели. Давай мы, просить провести время вместе, дружелюбно. Погода. Ну, давайте, да, начнем говорить про теплую погоду. Спросим, всегда ли здесь так тепло, а всегда ли здесь так солнце печет. В общем, так, начнем издалека. Он такой будет думать, я же знаю, ты что-то от меня хочешь, давай спрашивай. Давайте мы узнаем лучше, не видел ли он нашего брата. Ну, вообще, в принципе, нового человека не видел, тут кроме меня кого-то, потому что... Должен был приехать человечек, а сейчас он не отвечает на звонки. Но я думаю, он бы ему не сказал, что человек пропал. Он просто скажет, не видел ли ты тут там чувака, похожего чуть-чуть на меня. Ну, там немножечко выше, может. Немножечко тупее. Он все-таки младший, он любит стебать брата. Он вегетарианец. Ага, такой, не-не, я его не ел, я вегетарианец. Ты чего, брат? Все, хорошо, он его не видел. Уходим тогда отсюда. Не знаю, давай пойдем сюда. Там какой-то мостик красивый. Я вижу. Побежали, побежали. Вот раньше до обновления Симы они ходили. На далекие расстояния они ходили пешком. Сейчас они бегают. Мне больше нравилось, когда они ходили. Потому что они как-то так медленно, красиво прогуливались. Боже, а свет-то какой! Я в восторге. Я обожаю Симс. И его красивые виды. Кстати, я вот этот плюмбоб, как его там, ромбик убирать не буду, потому что... Когда люди приходят покупать что-то, там есть и зеваки, на которых лучше время не тратить. Поэтому, чтобы я видела, у нас будут включены надголовные эффекты. Во как правильно называется. Подождите, это что, он улетает в воздухе или мне кажется? А мне показалось, ну, вот эта штука летает в воздухе. Ну, в принципе, здесь красиво. Может быть, мы еще с тобой сделаем селфи. Иди сюда. Камеры у нас нет, но у нас есть камера от телефона. Сделать селфи. Та ты шо, боже, давай. О, на фоне водички там, вот так вот, давай, все. Вот так вот еще можно. Все, красота. Погуляли, пофотографировались, давай. Пройдемся еще чуть-чуть сюда. Главное потом найти дорогу обратно. Ну да, здесь какие-то заброшенные заводы, какие-то, не знаю. Ой, мы видим еще кого-то. Иди сюда, какая-то девушка. Да, это девушка. Ого. Она вся в этих шрамах. Рори. Рори, приветствовать грубо. Да нет, давай мы тоже дружелюбно. Главное, чтобы она нам по башке не дала. Да у нее такие банки, конечно, побольше, чем твои будут. Дискомфорт. А, мои глаза. Она ему не нравится. Ну, спросить надо. О, давайте восторгаться выпечка. Давай скажем, что мы как бы новый владелец такого-то здания. Там будет завтра открытие выпечки. Что такое? Вот. Она такая, какая выпечка? Ты видишь, чем я занимаюсь? Мне не до выпечки. Да, ей не понравилось. Ну ладно, тогда просто спросим, где наш брат. И все. Ну, точнее, спросим, не видела ли она нового человека здесь. Вот. Но мне кажется, с ней лучше не шутить. Ты сломалась. Медитирует. А чё она зависла? Искра буры безумия. А, все. Жива, здорова. Мы Рори... А, холерик. Ага, вот. Рори думает, что надоедливый. Ну, конечно, надоедливый. Все, тогда не общайся с ней. Не будем ей тогда мешать. Вот реально. Опа, крыса. Ничего себе. Опа-тики, человек, человек. Кидайся под велик, быстро. Ой, какая-то девчоночка. Как тебя зовут? Меган. Давай, быстро, быстро. Бежим к ней. Приветствую дружески. Давай. Давай. Ты видел ее. Бегай. Приставай ко всем людям. Рекламируй пекарню. И спрашивая про незнакомца. Ой, она даже остановилась. А ты... Что? Ты промазал. Ты перебежал. Ага, они просто друг другу не понравились. Зак, ты портишь впечатление о нашей пекарне и о своем брате, потому что он все-таки главный. Она витающая в облаках, а он надоедливый. Да я просто брата ищу. Чего вы ко мне все пристали? Говорите о пирсинге. Ну, давайте представим, что они разговаривают про татуировки, потому что у нее есть татуировка. Одна? Да, у нее одна татуировка, у нас две вроде бы. Ну, неважно, просто поговорим про татуировки. Все, ну, вот расскажем забавную историю, потому что люди нас игнорят. Давай мы как-то уже начнем разговор не сразу в лоб. Видела незнакомца. Ну, кстати, уже темнеет, пора бы домой. Спокойной ночи. Как я поняла, она ответила тоже, что не знает. Но ладно. Давай мы скажем, что у нас... Дайте денег. Скажем, что у нас пекарня открывается. Да. Угу. Комплимент, давай скажем. Конечно, что мы ей скажем? Мы сейчас как в лицо дмухнем этой гадостью. Ну, я же сказала, ты ж моя курочка, как будто бы я тебя не знаю. Попрощаться. Ну все, пускай идет тогда. Че, ты уже курить начал, не успели мы узнать. Ну, в общем, да, она тоже не видела. Все. Мне кажется, ты нашу пекарню испоганил, потому что никому не нравится то, что ты ко всем лезешь. И наша реклама будет работать в другое русло. Ты в туалет не хочешь? Ну, ты чуть-чуть хочешь, может быть. Да, мы сходим сюда, хотя... Что такое? Первые впечатления сильные. Ничего не поделаешь... Ничего не поделаешь, этого персонажа с Заком просто нет ничего общего. Ой, хороший первый день. Что мне сказать? Мне нечего сказать. Не знаю, я думаю, все-таки сходим. Ну, я бы на самом деле не ходила, но я думаю... О, это не туалет. Это исследовать подземные туннели. Да нет, я думаю, в первый день он бы не пошел туда. Он же ж не отбитый на голову. Он просто неуклюжий, курящий человек. Все, докурил. Все, тогда давай пошли домой. А где наш дом? А вот наш дом светится, слава богу. Давай сюда. Мы добежали наконец-то. Ну все, давай ты сходишь в туалет, почистишь зубки. Так, давайте мы, кстати, сделаем здесь автоматический режим. Это комната. Ну, кстати, здесь, я думаю, тоже. Хотя ладно, пускай пока посветится, потому что темновато будет нам играть. И также ты еще давай почистить зубы. Шарики, я думаю, надуем завтра. По порциям раскидаем тоже завтра. Потому что, не знаю, смысл сейчас раскидать. А, блин, он голодный чуть-чуть. А мы ж не подумали про питание, да? Давай мы тогда какую-то закуску, кстати, давай. Вот, нашла. Какие мы съедим чипсы? Очень важный выбор. Давайте... Ну, давайте с барбекю. Да, на голодный желудок чипсы, ну, в принципе... Нормально. Первый день в новом городе прошел, так сказать, ну, не очень хорошо и не очень плохо, в принципе, пойдет. Бывало и хуже, да? Я обожаю, как они зубы чистят. А как сверчки прикольно. Ух ты. Класс. Я так удивляюсь, потому что я, оказывается, очень долгое время играла без звуковых эффектов. Звук, вот это... Звукового эффекта была на минимум, и я, оказывается, не слышала звуков никаких. Как я играла, я не понимаю, поэтому я сейчас дико на всем удивляюсь. А ты нигде сесть не можешь? Я нигде не поставила, где сидеть. Ну ладно, поешь так. Нормально. Моя ж ты булочка, ну давай докушивай, давай, давай. Оп, молодец. И отправимся на бачок. Так, все, я думаю, он зашел и клацнет выключить. Этот светильник, вот так вот, чтобы у нас чуть-чуть просто был. А, чтобы чуть-чуть у нас просто было. Вам удобно, ничего не мешает, ничего там носик не чешет. Хорошо. Вы когда-нибудь смотрели на небо, как звездочки, они просто плывут, не знаю. А если ускорить, то они прям, вы знаете, как будто бы звездопад, снегопад. Еще луна. Ну все, уже утро, нам как бы скоро вставать. Я не знаю... Смысл открывать пекарню в 8 утра? Кто в 8 утра побежит в пекарню? Я не знаю. Ну, наверное, я. Ну, неважно. Тут же меня нету. Плюс нам нужно надуть шарики еще, развесить же у нас открытие. Алло, ребята. Поэтому... О, я это увидела! Вы видите? Ему снится она. Подожди, она тебе понравилась? Привлекательная. Ой, все, все. Ты еще позоришь меня. Ну, этого нет. Давайте вы этого не видели. Мне кажется, он не захочет вставать в 6 утра. Но, Зак, надо, ты же все-таки не хочешь брата подводить, хотя, если так посудить, это он тебя подвел, потому что Зак как бы не ответственный за пекарню, он всего лишь как этот соучастник, помощник, младший брат, вот, поэтому даже не знаю. Ладно, давай, у тебя будильничек сейчас должен заиграть, все, как раз 10 минут поспал. Будильник второй раз прозвенел, и он такой встал, и он до сих пор про нее думает, и что у нас с тобой? Прекрасно. Это что такое? Доброе утро. Ну слушай, тебе в принципе идет. Да. Состарился, конечно, но не важно. Ладно, давай мы с тобой сейчас быстренько почистим зубки и сразу же лицо свое прекрасное приведем в порядок, потому что, ну, блин. Кстати, посмотрите, какой у него костюмчик пижамный. Какие тапочки просто. Я не могу. Также ты доел? Доел, да. Давай мы приготовим что-то на завтрак. Завтраки. Во, я думаю, он бы сытный завтрак себе приготовил. Яичницу, вот, давай. Да, ты еще 5 лет будешь сбривать свою шевелюру. Мне, конечно, интересно, как за ночь у тебя прям так сильно все заросло. Ну, ладно. Будем считать, ты забыл. Тебе надо бриться. Все, побрился, молодец. Так, теперь... Что такое? От чего? Давай я уберу. Куда? Ну, ё-моё. Давай, куда? Куда? На улицу? Да, давай. Возобновить. Давай, я убрала. Господи, тебе мешала пачечка чипсов? Ну, ты... Понятно, кто ты. Давай быстрее. Нам скоро открывать пекарню, что... Нравится кулинария? О, молодец. Ты сам понимаешь это, что тебе надо это знать и любить. Давай быстрее, доготавливай. Лучше бы, конечно, приготовили одну порцию. Ну ладно. Что такое? Что это? Рискованные действия, бритье. Любой персонаж может порезаться во время бритья. Ну, понятно. Кто бы сомневался в этом. Также давай мы в трусах красиво разложим по порциям. Вот это нам надо. Ну, кстати, давай. Так, положить в багаж, положить в багаж, положить в багаж, положить, положить. Сколько мы там уже? 5, 6 и 7. Давай. Ты чё? А, я не так сделала. Положить порцию в багаж. Порцию. Давай. Ну вот как с ним можно открывать пекарню в 8 утра, если... Ты куда тарелку положил? Ты чё? Свинарник тут устраиваешь. Брат придет, по башке даст. Так, ну что там? Сколько там еще? Одна. Положить. Давай, молодец. Это мы тоже туда перекинем. А, блин, извиняюсь. Ну, пускай там валяется. Так, вот это. Ну, вот это, я думаю... Не знаю. Так, кексик один есть. Шарики. Да, ну, давай шарики. Положить в багаж. Раз. Упаковать. Нет. Без ланча нет. Ё-моё, ну, конечно. Кто меня слушал? Ланч-пакеты можно продавать? Можно. О, это будет, знаете, как с собой взять. Ладно, все, стоп. Стой на паузе. Открываться будем в 9. Я думаю, ты успеешь сейчас все закинуть. Хотя я не знаю. Все это очень сложно. Кексик, ё-моё. Ну, кексик, ну, просто убийственный. А, вот так можно, да? Вот так. А здесь давайте другое положим, потому что так, уйди. Здесь у нас будет вот это. Вот так вот. О, можно аж 2 положить. Во, вот так. А это мы положим сейчас в холодильник. Просто потом, когда у нас закончится, я надеюсь, что у нас закончится, мы просто закинем. И ланч-пакет куда-то можем положить? Ладно. Я уже запуталась. Все, положили. Так, теперь нам надо в туалет. Нам не надо. Все, давай иди в комнату, переодевайся. У тебя шкафа нету, да? Будем считать, что есть. Все, мы переоделись. Теперь иди сюда. Нам нужно все это выставить на продажу. На продажу. Нет, положи. Брось каку. На продажу. Во, все. Курить. Нет, не тут, сюда иди, сюда. Здесь заодно покуришь, и как раз за полчаса мы успеем надуть шарики. Все. Господи, я успела за этим оборванцем проследить. Мы докурили и прям резко убежали. А что там было? Ты куда пошел? Помыть? Ничего себе, ну убирай. Кстати, я там увидела какой-то такой значок порвался. Да тут этикетка красная, не знаю. Короче, в общем, мы надули несколько шариков, с горем пополам как-то их повесили. Они все были такие черные, я их сделала оранжевые с голубым. Думаю, нормально. Вот. Так, что такое? Да ну нет, что-то опять завис. Давай нормально. А это почему я не могу выкинуть? В смысле? У тебя мусорка есть. Ладно, будем считать, он выкинул сам. Все, 9 утра. Открыть. Все. Открываем магазин. Забыла. Запереть для всех. Запереть для всех, кроме Зака. Открыто. Магазин открыт, и покупатели скоро придут, чтобы посмотреть на товар, который продает Зак. Угу. С горем пополам он это делает. Все нанятые работники. У нас нет работников, поэтому никто не придет. О, ты посмотрите, кто пришел. А ну, а ну, а ну. Как дела? Почему у меня нет этой зевака? Ты что, офигела? Покупательница. Ваш почтов. Как ее оплата? Ой, ладно, хорошо. Камила. Приветствовать покупателя. Это кто? Доминика. Да, тоже приветствовать. Он еще какая-то... Ух ты, какая мадамочка, блондиночка. У-у-у. Слушай, выбирай, кого не хочу. Ну, если так под столгами смотреть, тебе больше Меган подходит. Ну, ладно, у нас не шоу «Найди девушку», у нас... Покупательница. Ой, новичок какой-то известный. У нас вообще-то... А, что, не могу поприветствовать? А, ну ладно. Куда? Стоп. А почему у вас так много? Не должно же быть так... Ой, не то нажала. Я уже просто запуталась. Приветствовать. Это кто у нас? Любит общаться. А, не-не-не, не приветствую. Нам такие не нужны. Покупательница. Вот еще покупательница. А мы можем ответить на вопросы, демонстрировать похоть? То, что нужно. Какой выбор, какие цены. О, хорошо, обслужить. Все, давай, не общайся ни с кем, обслужи, пожалуйста. Она уже недовольна, обслуживай, давай. Ну, обслужи. Еще какая-то пришла. Ребята, я не думала, что у вас так много. Еще там идут люди, господи. Это был маленький городок. С каких пор он стал таким людным? Это кто такой? Гюнтер. Покупатель тоже. Но он выглядит богатым. Давай к нему. Да, быстрее продавай. Наверное, расстроена, мы с ней не общаемся, мы другой продаем. Такая, блин. Ну, а что ты пришла зевать? Надо покупать за сколько? Сколько? За 5? Ты чё? Я в шоке. Приветствую покупателя. Какой-то бомж вокзальный пришел. Все, я даю всем людям. Этот богатый, этот бомж. Это вообще предательница. Могла бы купить что-то. Вот ты какой мужчина. Давайте, покупайте у нас. Давай, покупай. Должен узнать о финансовых возможностях. А мне кажется, у него много денег. Ну, не знаю, мне так кажется. Ты воровать будешь? Не знаю, почему. Подозрительно. Что такое? Тебя обидел вопрос о Что? О денежках? Ты спугнул покупателя. Ты кто? Любит пообщаться? Не-не-не-не-не. Не общаемся. Во-во-во, у него что-то там уже поднимается. Давай. Обсудить предпочтение, давай. Какой выбор, какие цены? Господи, да я не могу разорваться на вас всех. Это как? Это так должно работать, обслужить. Давай, быстренько. Быренько, что-то ему скажи, там это. Цены замечательные. Ну, короче, уйди ты. С ним общение не клеится, он нам не подходит. Давай будем продавать хотя бы тем, кто хочет покупать. Ты кто? Любитель пообщаться. Подросток. Что, за школой шла, решила зайти? Ну, ребят, заходим, только покупаем. Или молча смотрим. Мы ее приветствовали, а его мы не приветствовали. Ну, давайте. За 5. Да, ну, ребятка, вы чё? А, вот еще созрела. Созрела? Или не созрела? Я что-то не понимаю. Давайте, кто купил, и кто не хочет, уходит. Ты куда пошла? А. Чем тебе наш светильник не угодил? Светит и светит, что не так? Какой выбор, какие цены? Кто ты? Ты? Подожди. Ну да, ты в шапочке. Покупательница. А где обслужить? Торговля. А ты... Подождите. Как выбор, какие цены, обслужите меня. Так, я не могу тебя обслужить. Ты не даешь себя обслужить. Женщина, с вами все в порядке? Подождите. Торговля. Ответить на вопросы. Давай мы ответим на вопросы. Они тебя отвлекают. Ты в курсе? А, все, созрело. Обслужить. Все, не отвечай на вопросы, иди просто ее обслужи. Какой выбор, какие цены? Опачки. Здравствуйте, женщина. Обслужите, пожалуйста. Ты кто? Любит общаться. Так ты ж уже была. Че приперлась? Ну ладно, будем считать, она своим внучатам покупает сладости, которые приготовил неумеха. Ну, у всех свои заскоки. Добавьте смысла. А, языковые барьеры. Ну, вообще бессмысленно, потому что здесь должны все на одном языке говорить. 5. Понятно, оно по-другому никак не будет. Так что? А, это человек. Ты там ходишь? Ты думаешь, из-за того буду бежать, тебя там обслуживать? Ты нормальный? Какой выбор, какие цены? В смысле? Ты опять? Хорошо. Я не против. Я даже за. Мы 3 товара продали, я думаю, еще продадим. Торговля... А, подожди, все, появилась. Вот так вот. Она, походу, еще прогружается, чтобы обслужить покупателей. День в пекарне придет очень быстро. Ну, грубо говоря, мы открылись в 9. Ну, 9:30 будем считать, да? Вот. Нам надо работать не меньше 7. Так, подождите, у нас товар скоро закончится. Какой выбор, какие цены? Ты где? Давай обслужим. На будущее, если хотите играть в пекарне, не стройте ее размером вот таким вот маленьким, потому что они тут все в стенки врезаются. Не знаю, думала, у нас будет мало покупателей. Или там, не знаю, раз в час, чтобы приходили. Было бы намного реалистичней, чем вот так. А чего все такое дешевое покупаете? А как же один несчастный кексик? Купите его кто-нибудь, пожалуйста. Да, Заку сейчас нет брата, потому что им надо обслуживать людей, следить за витринами, поэтому он сейчас особо за брата не думает и не переживает. Это мужик? Ничего себе. Подождите, а почему вы такие громкие у меня? Звук, голоса. Ну что, 25 уже, ребята. Не орите, пожалуйста. За 47... Во... Я его бомжом обзывала, а он купил за 47. Ты же моя булочка. Все, спасибо, можешь идти. Кого мы еще поприветствуем? Ты кто? Любит пообщаться, зевака, общаться, любит общаться. У меня в магазине остались одни, короче, неправильные люди. Покупательница, вот. Так она уже была. Очень странно, конечно, но... Торговля, ладно. Давай мы... У нас же там есть, получается, что-то. Да, давай мы это... Убрать табличку. Давай, убирай. Положим якобы это с собой, выставим на продажу. Тут мы уберем табличку. И вот эти шарики положим. Вот. Ё-моё, ты чё? Вот так, давай на продажу. Убрать и убрать. Ну, конечно, не очень красиво, потому что здесь шарики, теперь они здесь. Ну, это с точки зрения профессионализма, перфекционизма. Я просто работала в сфере продаж, поэтому это неправильно выглядит, что еда так в разнобой, разноброс. Я хочу в туалет, ребята. Мы хотим в туалет. Можно, пожалуйста, купить... Почему грязно? Ты куда пошел? А, ты уже в туалет пошел, понятно. А что грязно? Что грязно? Что не так? Что? А-а-а! Оно грязное? А, вот чуть-чуть вижу. Хорошо, сейчас почистим, сейчас. Ну, дайте я в туалет схожу, ну, пожалуйста. Ну, ребята. Давай быстрее, побежали обратно. Ты работник года, оставил... О, птички. Оставил покупателей самих без охраны, ну... Как-то не очень. Ты не сходил в туалет? А, я же, наверное, не дала ему сходить. Ну, ладно. Покупательница, почему вы ничего не покупаете у нас? Блин, я просто забываю, кто адекватный человек, а кто нет. А, тут никого не осталось. А какой выбор? Ребенок? Вот ты ж, зайка моя, Микки, давай мы тебя сейчас обслужим. Приветствую покупателя. Или можно не приветствовать? Обслужить, да, все, можно не приветствовать. Ушла, ушла, ты посмотри. Мы ей время не уделили, а она ушла. Интересно, а ты ей нравишься? Она тебе понравилась. Кстати, а вот та блондиночка. Где она? А, ты не знакомился? Самая первая блондиночка, что нас купила. Она что же молодая, наверное, была. Жалко, нельзя так, знаете, так. Подошел, пожалуйста, выйдите, если ничего покупать не будете. Так, рекламная кампания закончилась. Посещаемость магазина будет ниже до тех пор, пока не оплатите новую кампанию. Ага. Очень интересно, конечно. А, так это из-за рекламы у нас так много людей. Я думала, эта реклама... Ну, она дешевая. Я думала, будет меньше покупателей. У меня за окном на подоконнике голуби прыгают, поэтому я извиняюсь, если будут такие лишние шумы прям. Так, открылись мы в 9:30, плюс 7 часов, в 16:30 мы можем закрыться. Ну, это минимум, что мы должны поработать. Но я планирую все-таки продать. Блин, так они ничего не покупают. Ходят, зевают. Про танки общаются. Вы чё? Это про грязь. Блин, почисти, давай, почисти. Вернись. За 5. Блин. Ой, ты посмотри. Она привлекает наше внимание. Она привлекает его. Я отвечаю. Иди к ней. Иди к ней. Что стоишь? Зак. Зак. Иди к ней. Иди. Как тебя зовут? Меган? Вот, иди к Меган. Обслужи ее, пожалуйста. А потом почисти. Пришли, стоят, тут общаются. Ну, хорошо, что не отвлекают Зака, потому что если бы Зак отвлекался, было бы очень плохо. Интересно, что она купит? Вот этот несчастный одинокий кексик. Я очень хочу, чтобы его купили, потому что мне его жалко. Ну, и что ты купила? Что купила? Она купила кексик. Чего это было? Прям на ухо мне спасибо. За 7. Как выбор, какие цены? Так ты же зевака. Вон еще. Третий раз идет. Наверное, выпечку любит. Потом в дверь помещаться не будет. Ну, неважно. Главное, что я тебе буду выносить. Главное, покупай. В туалет? А. Ну, ладно. Будем считать, что туалет тоже для гостей, потому что... Ну, все-таки в туалет они хотят. Что такое? Въевшаяся грязь. Вещи, может, и стали чище, но Зак совсем без сил. Ну, чувак, а что ты хотел? Так выбор, какие цены. Ё-моё, ты только заходишь, уже все покупаешь. Я в шоке. Так, только давай как-то быстрее обслуживай. Кстати, я еще знаю, что здесь есть какие-то очки. Вот. Но по правилам можно купить не все. Поэтому надо будет еще об этом, ну, посмотреть, какие можно, какие нет. Вот. Кассовый аппарат будущего. Ничего себе. Ну, работника, я думаю, мы нанимать не будем, потому что, ну, по документам все-таки... Владелец его брат Люк, а он, как знаете, продавец, все-таки Зак идет. Вот. И я сомневаюсь, что они будут кому-то оплачивать зарплату. Ну, точнее, смогут ли они. Нам надо хоть как-то самим продержаться и оплачивать. Нам плюс еще, кстати, счета пришли, она будет оплатить. Кстати, счета за что это пришли? Наверное, за нашу квартиру за 5. Ну, ё-моё, с такими темпами, конечно. О, так мы 10-очку уже продали. Только мы очень в туалет хотим, да, быстрее. Обслужи двоих покупателей и сходи в туалет. Что там было? На продажу. Обязательно. Еще сейчас унитаз наш продадим, и вообще будет шикарно. Блин, я боюсь, что они просто не все купят. Вот в чем прикол. А у нас еще... А, у нас ничего нет. А, так замечательно, я все выложила на продажу. Все, ребята, покупаем вот это вот. Все, пожалуйста. За 5. Подожди, а чего? Это как-то невыгодно. Это как-то... Ровно, потому что продаем за 5 и возобновляем за 5. Ну, так нельзя делать, но я просто говорю, что как-то странно спать. Ну, вали тогда. Побежал, побежал, побежал. Подожди, подожди, что? Ох, уже это неловкость. Ты поклонилась унитазу? Подожди, что? Понятно. Очень интересно. Ух ты, а вы кто? Лили, покупательница. Давай, 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 давай. Эти... А, где поприветствовать? Или я не увидела? Уйти. А поприветствовать. Все, что такое? Выкрикивать запрещенные слова. Я понимаю, тяжело. Ну давай, выходи. Бабулька хочет в туалет. Руки не будем мыть. Все, будем плохишами, руки не помоем после туалета. У меня какой-то, знаете, вот прям надо все успеть, надо все сделать, надо все идеальненько, прям вот тютелька в тютельку. Ну ё-моё. Расширяться, наверное, будем, потому что, ну, они не пролазят. Хотя завтра у нас реклама. Ты куда делся? Что за магия вне Хогвартса? Хотя у нас завтра рекламы не будет, потому что я не хочу покупать ее каждый день. Поэтому завтра, я думаю, все-таки будет меньше покупателей. Что такое? Лили, здравствуйте. Ух ты ее. Вы еще образи. Вы пожилая, и Зак ей понравился. Кстати... Это же я знаю, что она оборотень. Надо будет... Ну, она местная жительница, она будет у нее... Кстати, здесь же есть трасса. Где-то там. Ну да, вон машина едет. Трасса, и, скорее всего, это просто проезжие. А вот она именно жительница здесь. Поэтому, я думаю, у нее мы потом когда-нибудь спросим по поводу нашего брата. Да что такое? Хватит болтать, я сказала поприветствовать, и все. Мои глаза, тебе она не нравится? Крайне непривлекательно, понятно. Ну, главное, что Меган понравилась, и тебе уже снилось. Давай, обслужи, хватит болтать, ты нормальный. Ты на наши шарики смотришь, украсть хочешь? Курить, нет, нет, блин, мы должны покурить. А, подожди. Тебе не надо курить, все нормально. У тебя по мудлетикам все замечательно. Тебе бы только покупаться, немножечко покушать. За 5. Ребят, а давайте дороже покупать, пожалуйста. Кто еще у нас? Зевака, общаться, зевака. Ты у нас постоянно была покупательницей. А вот ты опять покупательница. Замечательно. Жаловаться на счета обязательно. Так, не кури, нет, нет. Пока давай мы свободны, мы оплатим 500, потому что потом у нас этих денежек не будет. А без света жить не очень. Кстати, да, можно считать, что это счета не за квартиру, а за, ну, свет в пекарне. Как раз не очень много выходит. Да не кури! Ё-моё, господи, сейчас они все уйдут, ты неадекват. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения. Все, докурил. Тут скоро нас созреет опять покупать. Я только что видела вот эту вот шкалу. Ну, капец, ребята, мне надо еще раз, два, три, четыре. 4 блюда купите, и все. А что ты орешь? Успокойся. Боже, какая красота. А кто бежит? Вы к нам бежите? А, так это этот мужичок, к которому мы подходили. А он не к нам. Ну, пошел ты. А, все, видите, созрела опять. Какой выбор, какие цены. Сейчас, подождите. Вот мы рядом. Обслужи. Ты не клоун, ты не аниматор, ты продавец. Продавай, будь любезен. Кстати, почему еще много людей? Потому что открытие, как бы, да, все пришли посмотреть, всем интересно. Вот. Чистить, почистить, пожалуйста, давай, почисти. И тут почисти, боже. Нет, подожди, не чисти, не чисти. Кто-то созрел, вот это созрело. Здесь остался один кексик наш. Это же был кексик или что-то, ну, неважно. И там еще остались шарики. Какой выбор, какие цены, согласна. Цены 5 миллионов, это просто нечто. Обслужите нажала? Да, все, нет, нет, все, ну, да. О, за 21 купили, замечательно, да, быстрее обслуживай. И будем тогда закрываться уже. Правила мы выполнили, вроде бы всех успеваем обслуживать, работаем долго, полки засранные нормально, все хорошо. Но не все же будет идеально, согласитесь. Полки — это наш минус, конечно, да. Все-таки потом, мне кажется, Зак брату все выскажет. Пропал, не отвечает, так еще и в такую запару оставил его самого. Все там, все продано, ребята, давайте вы теперь, ну, почисти эту полку. Какой выбор? Да ё-моё, не чисти полку, давай мы... Обслужим покупателя. Это последний покупатель наш. У нас больше нечего продавать. Как раз она последнее блюдо купит, и все. Ну, порцию. А, не, у нас вот еще. А, вот. А, все как раз. Боже, как я общаюсь. Как раз вот две порции и 2 покупателя. Все, ребята, лавочка закрыта. Можете уходить, можете не приходить. Да, грязно, да, бывает. А чего вы лапаете мою витрину? Не лапали, была бы чистая. Все, все купили, все замечательно. Давай мы закрыть магазин. Вот. Ну, к примеру, мы работали до 7, но просто из-за покупателя мы чуть-чуть дольше поработали. Думаю, ничего страшного. Давай, закрывай, считай кассу. Все прекрасно. Итак, мы продали 17 порций и 145. Часы работы 10. О, нормально. А, так оно еще пишется. Прикольно. Новолуние. Да, у нас новолуние называется. Замечательно. 145 мы заработали. Хорошо. Все, рекламу не покупаем, потому что отсюда за 0. А что за 0? Ладно, наверное, ланч-пакеты не надо выставлять на продажу. Все, ребята, мы закрываемся. Вы не хотите свалить? Точнее, мы уже закрыты. Молодцы, да. Бай-бай. Пока. Полки грязные. А, мы покушать пошли. Ну да, мы покушаем. Ты эту тарелку не помыл. Будем считать, помыл. Я передумала, чтобы это был гостевой туалет. Я его закрою. Ну, потому что... Что-нибудь там ходит, а? Не ходите там. Давай, сейчас покушаешь. Я думаю, почистим полки. И поубираем все вот эти вот таблички. Ну, как по мне, итог первой смены прошел достаточно хорошо, даже, я бы сказала. Мы все успели, мы все сделали, у нас даже все купили. Вот. Хотя, если бы готовил Люк, понятное дело, было бы намного вкуснее. И дороже, мне кажется, но неважно. Все-таки, я думаю, мы сейчас уберемся, поубираем эти значки, помоем витрины, перекусим, помоемся. Все-таки мы тоже как бы грязные, как и наши витрины. И попробуем еще раз позвонить нашему брату, потому что сегодня открытие, а он даже на открытие не пришел. Давай, тут я немножечко осталось. Все-таки он сильно устал, не привык просыпаться так рано. Он обычно спит до обеда. Ну, пускай мы в тарелку, в холодильник положим. Потому что вдруг мы потом захотим чуть-чуть перекусить, что такое. А, все, замечательно. Теперь давай идем в наш душик, принять душ. Все, я думаю, садись, перекури, потому что ты весь день не делал себе перерыв. Ты, кстати, хорошо работал, хорошо держался. Вот, в принципе, молодец. Все, я думаю, он сейчас заодно курит и пишет смс-ку, набирает брата. Вот. Ну, как обычно, ответа не будет у нас. Просто в пустоту звоним и пишем. Вот, также я хочу вот эту штучку выключить. А, выбрать цвет. Подождите, этот светильник. О, а мы можем? Я даже не знаю, какой цвет выбрать. Я обычно всегда ставлю фиолетовый. Ну, кстати, красиво, красиво, все. Шикарно. На такой усталой мордочке. Молодец, все, заслуживаешь отдых, красавчик. Я буду заканчивать первую серию, а вы пишите, как вам понравилось или нет, и ваши предложения, идеи тоже. Поэтому всем спасибо за просмотр, всем спасибо и всем пока.